52 дорожно-транспортных происшествия, 7 пострадавших и 1 погибший. Так прошла неделя на дорогах Уссурийска. Несколько раз виновники аварий скрывались с мест столкновений. Препятствием для нерадивых водителей стали припаркованные автомобили, гаражи и ограждения. Рабочие будни на дорогах прошли с незначительными авариями. А вот к выходным количество ДТП выросло. В пятницу зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий. 2 человек пострадали. Одна авария закончилась трагически. В 5:30 утра, двигаясь со стороны Новоникольска в сторону Уссурийска, при возникновении аварийной ситуации рулевой «Тойоты Корса» не справился с управлением. В результате машина опрокинулась. 37-летний мужчина скончался до прибытия бригады медиков. В этот же день перевернулся еще один автомобиль. В районе Некрасова 252, двигаясь по придомовой территории, Митсубиси Паджеро съехал с проезжей части и опрокинулся на бок. В этом ДТП пострадал годовалый ребенок. Сложной выдалась неделя и у мотоциклистов. Пострадали 2 байкера. В обоих случаях виновники аварии – автомобилисты. С серьезными травмами пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Не обошлось без аварий с пешеходами. Водитель «Чайзера» не пропустил прохожих на зебре. Под колеса угодила 53-летняя женщина и 7-летний ребенок. С многочисленными травмами пострадавших отправили под наблюдение врачей. Серьезная авария произошла на Влад-шоссе. Рулевая «Алиона» создала помеху на дороге и совершила столкновение с «Приусом». В результате автомобили получили сильные повреждения. Небольшими ушибами отделалась пассажир виновной машины. В разгар лета автолюбители не отказывают себе в удовольствии выпить. Нетрезвые садятся за руль. 3 автомобилистов задержаны пьяными. У пожарной службы Уссурийска трудовые будни проходят относительно спокойно. На минувшей неделе тушили горевший мусор. 2 спасатели по вызовам жильцов взламывали двери и попадали в квартиры с балконов. Особенной выдалась ночь с субботы на воскресенье у сотрудников МЧС. Из-за ливневых дождей синоптики прогнозировали подтопление некоторых территорий. Спасатели мониторили уровень воды в реках. Такой была прошедшая неделя. Спецслужбы начинают новый отчет. Будьте внимательнее на дорогах. Приглядывайте за детьми на игровых площадках. И самое главное, берегите себя и своих близких.